Всем здравствуйте, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня приготовим с вами картошку, тушеную с печенью. Это блюдо прекрасно подойдет для тех, кто не ест жареное или нельзя по каким-то причинам. Для приготовления беру сковородку с толстым дном, наливаю небольшое количество подсолнечного масла без запаха и обжариваю одну среднюю луковицу до прозрачности. Затем добавляю 300 граммов говяжьей печени, печень можно использовать любую, нарезанную небольшими кубиками. Нарезать можно тоже по вашему желанию, как угодно. Слегка обжариваю на среднем огне с двух сторон в течение 1 минуты. Затем добавляю лавровый лист, 400 граммов картофеля, приправы по вкусу. Я сегодня использую приправу для мяса, можно использовать любые специи на ваш вкус, черный молотый перец, соль. Вливаю 200 мл воды, накрываю крышкой и после того, как закипит, ставлю средний огонь, буду готовить до готовности картофеля. Разные сорта готовятся разное количество времени, у меня на это ушло 20 минут, а вы смотрите по готовности своей картошки. Готовность ее можно проверить, проткнув ножом, если мягкая, то все готово. Кстати, печень по этому рецепту получается слегка суховатая, ну естественно, она же получается варено-тушеная, зато очень полезная. На моем канале также есть другие рецепты приготовления печени, сочная печень, которая готовится 1-2 минуты. Ссылки на некоторые из них я оставлю в описании, а также в закрепленном комментарии. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Для меня это очень важно, а для вас совершенно бесплатно. Желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. Крепкого здоровья, мира, любви и добра. До новых вкусных встреч!